Мы подключили смоук-скрин с эксагоном, чтобы видеть, когда он готов, когда в нем мало жидкости, и также, когда он находится в режиме ожидания. Вы видите кнопочку «Тест» при полном, когда у нас загорелся Бреди, нажимаем «Тест», мы проверяем смоук-скрин, должен вырабатываться дым при нормально подключенном. Дальше от этой коробки уже идет провод к сигнализации, да? Да, если вы берете у нас эксагон, то подключение гораздо проще. Вы подключаете все информационные выходы на него, а с него только идет провод в вашу панель сигнализации.